Буквально через несколько секунд в этом зале начнется благотворительный концерт «Из рук в руки». По замыслу организатора, входным билетом может служить подарок, принесенный вами. Все собранные средства будут переданы детям-инвалидам в канун нового 2013 года. Таким образом, придя на благотворительный концерт, дети-инвалиды получили частицу тепла души и сердца тех людей, кто не остался равнодушным. Самые различные подарки, игрушки, книги принесли дети нашего города, их родители и руководители образовательных учреждений. Мы организовали среди родителей призыв такой – помочь детям-инвалидам в день новогодних праздников. И вот родители, кто не смог прийти сегодня на концерт, они принесли в садик, и мы это передаем в женскую инициативу, чтобы в новогодние праздники могли порадовать детей-инвалидов. И это очень хорошо, что вот они собирают, вот такое делают. И очень приятно даже приходить на такие конкурсы и вот участвовать в них. Нам хочется им хотя бы немножко помочь, не знаю, подарить частичку своей души. Благотворительный концерт организован Центром женской инициативы при содействии местных органов власти. Каждый год все больше и больше люди откликаются на наши мероприятия. И если где-то нам нужны какие-то средства для наших мероприятий, то люди откликаются, потому что они сами приходят и видят, куда идут их средства. В рамках концерта выступили танцевальные и творческие коллективы дошкольных и доуниверситетских учебных заведений и воспитанники Центра детского творчества города Чадырлунга. Сегодня будет концерт, посвященный для детей-инвалидов. И мы будем тоже принимать участие, будем танцевать, петь. Ну, многие еще дети с разных садов, с воскресных школ пришли помочь нам провести этот концерт. Благотворительный концерт «Из рук в руки» стал уже традиционным. Первая акция прошла 5 лет назад, когда одному из детей были собраны средства для проведения сложной операции.